У меня такая вот мечта, вот я всегда на Новый год там говорят, что вы там раз пожелаете там или что. Я говорю, чтобы я хочу, чтобы каждый ребенок в стране, просыпаясь утром, находил себе под подушкой большой сладкий пряник. Чтобы все были как бы, ну, дети, чтобы все были обеспечены, чтобы не были злыми, чтобы из них вырастали нормальные, добрые люди.